Так, мы будем готовить завтрак, но я это делаю вечером. Мне нужна будет корица, молоко, ягоды, орехи, семена льна, вот такие плющенная овсянка, пластинцы и сироп. Я беру один стакан овсянки в хлопьях, одну столовую ложку семян льна. Одну чайную ложку молотой корицы. Если у вас, кстати, есть семена льна молотые, можете тоже, или кофемолка, можете помолоть. У меня просто нет здесь кофемолки. В идеале лучше их тоже, как корицу, хорошенечко измельчить. Мы берем молоко. Можете брать любое молоко. Можно взять кокосовое молоко, миндальное молоко, какое у вас есть. Значит, мне нужно один стакан. Заливаем это все. И еще 2/3 стакана. Нет, 3/4. Вот так вот примерно. Чуть-чуть, 1/4 не доливаю стакана. Все это мы заливаем. Добавляем еще 30 грамм, и вот я добавлю орехи. Все это мы хорошенечко перемешиваем. Итак, я теперь эту нашу смесь отправляю в герметичный контейнер, который у меня закрывается. Я закрываю контейнер и отправляю его на ночь в холодильник. А утром я еще буду украшать это все ягодками. Прошла вся ночь в холодильнике. Вот какая она стала к утру. Ее мы украшаем сверху ягодками. Вот такая вот вкуснятина получилась.